Всем привет, с вами Влад. Как видите, я подстригся. В этом ролике вы увидите то, как я провел свой день рождения. А это было именно 15 марта. Сейчас я чуть-чуть отстаю. Ну, как сказать, чуть-чуть. Со мной был Слава, как мы покупали электросамокат. Как я раздал конфеты одноклассникам. Ну, это, конечно, было все кринжово, так что поехали. Скоро, в общем, новое видео осталось вот так смонтировать. Что это? А, так это же мой дискорд-сервак. Чему у вас там до сих пор еще нет? Ну-ка, по ссылке в описании присоединились сюда. Всем здравствуйте. В общем, идем покупать конфет для моего класса. Мне предоставили уникальную возможность это сделать. Вот, мы положим на карту, купим все, что мне надо. Пополнить. Охренело, нет, Саша? О, все, красиво. Во. Здесь вот такие конфеты, они стоят 25 рублей за 100 грамм, получается. Можем взять по 30 всяких штук. 107 рублей. Всего-то 107. Давайте берем. Я успел уже собрать еще вот такие 30 конфет для тачки. 213 всего. Я еще взял вот эти конфеты. Там всего 28 штук, но в 30 классе точно не 30 человек. Наконец-то я вернулся домой. В общем, сейчас мы распакуем то, что мы только что купили. Давайте посмотрим. Итак, первое, что у нас идет, это зефиры. Это мне попросили купить. Что ты сюда пришла? Вот такие вот конфеты, вафельные трубочки. В общем, их тут 28 штук, думаю, на весь класс хватит. Вот они, те самые мои любимые батончики. Жвачка. Ну и общая сумма получается у нас 724 рубля. Я же попросил не вертикально снимать, переверни камеру, вот, все. Меня просили, я делаю. Саня, дай одну заранее. Все получили, да? Да, да, да. Бай-бай, засыпай, шели попадают в рай, не ультуй. В общем, на улице сейчас дождь. Ой, папа, так ты что, не увидел? Спидран по Владу Крафту. Тихо, собака, собака, собака. О, дождик! О, так. Погнали деньги закидывать. 10 косарей кидаем, все, поехали. Все, подозрительно, 20 тысяч, баты вы все. Балдеж, Влад, а как я вылез? Это ёкерный бабусь. А где оно? О, так. О. Вот он. Я его знаю. Он теперь по-другому называется. О, там красиво. А вот у меня вот такой вот. Влад, иди сюда. Надо было вот это вот брать. Я сейчас упарюсь. Дай заценить. Поехал. Все, дай мне, Влад. Типа, может быть, надо нажать на что-то? Да, она выдвигается вот на себя. Мы сломали его, что ли? Нет. Владимир спрашивает. Смотрите. Давай теперь нажимается. Она просто нажимает. Все, я забыл. Help me. Помогите нам, пожалуйста. А что вы сделали? Что? Вы там а что? Это вообще легко делать. О, все, понял. Все, спасибо большое. Все, это был последний раз точно. Вот, я включаю камеру, ты еще телефон убью. Ну что ж, вот подошло в это видео к концу. Я надеюсь, вам оно очень сильно понравилось, потому что над ним я все же старался. Как-то хоть и вышло оно чуть-чуть коротко, но все же. Самокат из чего называется Куга S1. Он у меня лежит прямо вот тут. Вот он, самокат. Я не знаю, видно ли вам или нет, но вот если что, Куга, вот. На это, в принципе, все. Всем пока.